Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Капитан команды КБ Мотор Лисицын Виктор. Как прошла игра? К сожалению, сегодня проиграли 4-0. Ну, в общем и целом, команда соперника обыграла нас по делу. Первый необязательный гол на нашей ошибке, ну, привел к счету 4-0. Вот. Довольно динамичный был футбол. Значит. Что не получилось? Я думаю, не хватило физики. Ну и реализации момента, прежде всего. Забили бы первые, может быть, игра по-другому сложилась. Как настрой на следующее? Боевой. Настрой боевой. Не сломило вас поражение? Нет. Мы этого соперника давно знаем. Уже играем не первый год с ними. То мы их, то они нас. Понятно. Ну, спасибо, удачи. Надеюсь, все получится. Всего доброго.